надо же. Ой, здрасте, Дим. Добрый вечер. А что, уже вечер? Ну, вон. Вот. Да, действительно. Здравствуйте, ребята. Дим, а что это ты все читаешь, а? Это книжка про то, как воспитывать малышей, то есть вас. Нас? Да. А что нас воспитывать? Мы вон хороши. Ну, это пока хороши. А если вдруг что-то не доглядел, если что-то не так сделал, потом и вырастает какой-нибудь неправильный взрослый. Это, братцы мои, наука такая, нелегкое воспитание. Ну ладно, ты читай, а мы с Зубком пока поиграем. Ага, пойдем. Как это поиграем? А воспитываться кто будет? Чё? Прям сейчас? Да не то, что сейчас, а немедленно. О, смотрите, что здесь написано. Да что? Детей надо с детства приучать к порядку. 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 Ну у нас же и так порядок. Да. Ну и что? А я вас буду учить делать... генеральную уборку. Что? Генеральную уборку? Да. А что это? Эх, Зубок, ничего-то ты не знаешь. Ну. Ах, ладно, мне нужно только подготовить поле деятельности. Считайте до 10. Раз. Ой. Ой. Что ты делаешь, Дим? Ну, я провожу подготовительную работу. Считайте. Два. Два. Оп. Ой. Ой. Может, не надо, Дим? Считайте. Три. Оп. Ой. Должен же я быть настоящим воспитателем. Должен же я вас, в конце концов, научить порядку. Правильно. Оп. Должен. О, четыре. Ой, верно, Коксик. Пять. Опа. Ой, здорово. Зубок, присоединяйся. Ты чего? Ну чего, ты тоже брось, Зубок. А? Точно, Дима. А, вот и брошу. Смотри, смотри. Так. Шесть. Ой. Вот и брошу! Опа! Оказывается, как весело, когда тебя приучают к порядку. Семь! Молодец, Кокси, хорошо сказал! Ой, восемь! Ой, был бы тут енот Енотыч. Да а? Енот Енотыч с Матильдой Леонардовной мне еще спасибо скажут за ваше воспитание. Ну тогда девять! Девять! И в довершении... Какой прекрасный, я бы сказал, замечательный беспорядок. Ой, а? Здорово. Нравится? Да, нравится. Мне тоже нравится. Ну, а теперь пришло время заняться вашим воспитанием. Давай. 11. Ну что, малыши, теперь вам придется навести здесь порядок. Что? Ты шутишь, да? Нисколько не шучу. Я же вам говорил, что воспитание – это очень серьезно. Здесь не до шуток. Не, я не буду. Как я не тоже буду? Не буду. Ну, как это не буду? Так. Ну, дорогие мои, я вас так в этот самый, как его, в угол поставлю. А вот это нечестно. Да, нечестно. Да. Минуточку. Так. Если малыши не хотят наводить порядок. Не хотим. То вы должны показать пример. Правильно. Да. Покажи нам пример, Дима. Покажи, покажи. А проще простого. Так. Ну, малыши, смотрите и учитесь. Это сюда. На-на-на-на. Это вот сюда. Главное действовать быстро и решительно. А лучше всего с песней. Легко на сердце от песни веселой. Она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села. Куда же я все это девать буду-то? Да. По-моему, надо помочь. Да, он один не справится. Опа-па-па-па-па. Опа. Ой. С чего же начать-то, а? Матильда Леонардовна говорила, что у каждой вещи должно быть свое место. А енот Енотыч говорит, что каждая вещь свое место любит. Вот книжки. Они должны быть на полке. А игрушки в ящике для игрушек. Да, здорово у вас все получается. А я даже не знал, за что взяться.
Ой, а вот Матильда Леонардовна говорит, ой, что терпение и труд, ой, все перетрут. А енот еноточ говорит, глаза страшатся, а руки делают. Да, молодцы, енот еноточ и Матильда Леонардовна. Да и вы тоже молодцы. Чего там говорить, вот только одно. Что? Я понял, что каждому делу надо учиться. Поэтому вы тут поиграйте, а я... А я все-таки еще почитаю книжки по воспитанию. Не-не-не-не-не, я на сегодня все, устал. Да, так навоспитывались, что спать хочется. Ну тогда пожелайте всем спокойной ночи. Спокойной ночи, ребята. До завтра. Да, и еще лучше сразу класть все на свое место, чем делать генеральную уборку. Честное слово. Спокойной вам ночи. Ангела вам хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи. Ждем с нетерпением встречи, доброй вам ночи.